Химер. Химеры тоже были, масса химеры были. МГ. Масса овы с грейдом на ходьбу. Ха! Это я хорош. Да, я думаю, что это наиболее интересный вариант. Ну, как бы кипер, пеньки и масса овы. Во, отлично. Мне нравится. Покажи ульту Варденки. Но я не смогу изобразить ее. Вообще мы ее показывали две катки назад. Зачем они веспам сделали лицо? Да, не очень непонятно. Уже поднимали этот вопрос. Веспы это души эльфийские, да? Да. Нарисовали женские лица. В оригинале тоже лицо есть, только не такое выражено. Да я помню, там контуры видны. Просто здесь прям голова, летающая голова. Здание готово. Так, готово. Здание готово. Берем кипера. Причем по-хорошему надо кипера тоже до 5 докачать. Поэтому я, с вашего позволения, сделаю все-таки сначала... Сначала это морчей, просто для того, чтобы прокрепиться. А овами будем прессовать после... Ну, чуть позже, короче. Кстати, в оригинале это веспы скорее мужики. Вы посмотрите, скинули в чатике. Орк тот, если бы не этот Бору, я подумал, что он профессионал. Елки пересадили. И что мне теперь делать, куда веспов прятаться? Я должен я защитить должен эту защитить землю. Это такой прям низкий у него. Во имя духа. Во имя. Здание готово. Естественно. Конечно. Приказывай. С кипером мы общались. Здание готово. Сразу идем экспанд ставим, хотя не уверен, что время здесь можно поставить. Время пришло. Природа не знает усталости. Это не перенацелился. Где опасность? Кто нарушил наш покой? Только время потерял. Я готова. Где опасность? Приказывай. Магазин бы еще запилить, потому что я явно ману буду тратить очень быстро. Приказывай. Смерть осквернителям. Природа не знает усталости. Маловато. Кто нарушил наш покой? Сразу на экспо. Время пришло. Природа не знает усталости. Кто нарушил наш покой? Надо потом будет просто арчи и ушатать. Опасность? Ну, чтоб не мешали деревья. Нужно прям покой. По канону, чтобы один кипер с пеньками и огромное количество энтов идут приказывай. В бой. Приказывай. Наши воины вступили где в бой. Где опасность? Кто нарушил наш покой? Ай. Так, время идет. Пришло. Я готов. Природа не знает усталости. Кто нарушил наш покой? Здание приказывай. Готово. Кто нарушил возможно, даже последний арча пошло сейчас. Пятая. Природа не знает должно усталости. Хватить. Кто нарушил наш покой? Крепимся. Приказывай. Что ж, хорошо. Мне в любом случае, для того, чтобы ульту посмотреть против такого товарища, который Бору ставит, кто нужно... нарушил я наш готов. Покой? Нужно пассивно играть. Где опасность? Жду приказа. Время пришло. Где опасность? Я, наверное, веспов сразу по центру пойду ставить. Никто не смеет. Вообще можно овы ставить по центру потихонечку и для крипинга и на будущее. Куда мне деньги тратить? Кто нарушил наш покой? Ну вот, ставим как.
Недостаточно золота. Она с таким еще... Где опасность? На смыкании говорит. На приказывай. Хорошем. Начинает фразу. Кто нарушил наш покой? Прям... Природа томно. Не ну, нет, знает не томно, усталости. Как это правильная интонация. Где опасность? Укажи мне путь. Время пришло. В общем, вы поняли. Кто нарушил наш покой? Прям очень переживает, природа как будто, не что недостаточно золота. Прям не хватает ей. Наши воины недостаточно золота. Слушайте. А, нет, сейчас достаточно. Сейчас она молчит. Приказывай. Сейчас попробуем еще раз. Недостаточно золота. Недостаточно золота. Вот это вот. Завершено. Время пришло. Где опасность? Понимаете, да? Вот. Приказ поняла. Очень переживает. Время она очень пришло. По этому поводу. Познай с надрывом. Да. Наши воины вступили в бой. Так, побольше дерева. Нарушил наш покой. Здание готово. Побольше. Природа не знает усталости. Да будет так. Восстанавливаем жизнь жду у Арчи. Восстанавливаем время ману у козла. Пришло. Время пришло. Кто нарушил наш покой? Где опасность? Время пришло. Естественно. Одну Арчу не подлечили, там закончилось. Требуется больше древесины. Требуется больше древесины. А тут стервозная требуется такая. Больше древесины. Больше. Кто нарушил наш покой? Приказывай. Окей. Природа не знает усталости. Кто здание нарушил готово. Наш покой? Приказывай. Твой ход. Здание время готово. Пришло. А, это... Да, нет, древо войны. Древо жизни я тут отстроил, оказывается. Природа, я думаю, что так дорого? Не знает усталости. А все оказывается просто. Здание готово. Ага, отображаются здание виспы, даже готово. Если их в шахте время нет. Время пришло. Видели? Подстава. Приказывай. Время пришло. Так, кипер четвертый. Где опасность? Приказывай. Надо пятый получить где-нибудь. Время пришло. Дальше уже так. Можно будет потихонечку идти уже на него. Кто нарушил наш покой? Время исследование пришло. Завершено. Здесь я сдам Арчей. Где опасность? Пусть танкуют. За Калимдор. Укажи мне путь. Хорошо. Время пришло. Приказ поняла. Жалко, но... Ни слова больше. Укажи мне путь. Кто нарушил наш но покой? Надо. Во имя духа. Не хватает мест. Не хватает мест. Где ох, опасность? Да как. Кто наши нарушил наш в бой. Покой? Где опасность? Не хватает время мест. Время пришло. Она очень, конечно, вульгарно да разговаривает. Так. Природа не знает. Сейчас, подождите, усталости. Ребят, если вам вдруг не хватает места, кто сейчас вы поймете. Кто нарушил наш покой? Не хватает места. Еще разок. Не хватает места. Не хватает места. Не хватает. Не хватает. Не хватает. Время пришло. Понятненько. Естественно. Где опасность? Так, ну я расстраиваюсь. Здесь строить нельзя. Приказывай. Ой, там виверны. Хорошо. Хекс, да ладно. А тут человек-то стомб делает. Да ну нафиг. В бой? Я призываю силу земли. Естественно. Сила земли. Да будет так. Сила травы. Здесь где опасность? Ага. Приказывай. Вот так ты заговорил, да, уже? Смотри, а как деревья идут медленно. Где опасность? Уа, говорит духов. Этот. Время пришло. Время пришло. Наши смерть осквернителя. Власти отправиться. Здесь строить нельзя. Где опасность? Приказывай. Ждет меня старинный друг. Кто нарушил я вызываю покой? Энтов. Здание готово. Приказывай.
Кекс пошел. Будет так. Сэхаумер. Я шестой не получу здесь явно. Что ж, хорошо. Он сражается. Где опасность? Неравный бой. Стомп не работает, кстати, кто на деревья. Кто нарушил наш покой? За Калимдор. Сейчас мы покуснем Таурены. У нее есть телепорт. Опасность? Я бы прожал. Приказывай. Нет, он не прожал. Естественно. Природа не знает усталости. Проблема в том, что если деревья убивают, я же ничего не получаю. Природа не знает усталости. И это я не рассчитал. Вступили в бой. Приказывай. Так, ну давайте просто отправим деревья в бой. А сами пойдем к нему на экспанд проверим. Приказывай. Пусть отбивается. Реально, пусть отбивается. Наши воины. Это у него, считайте, даур дефенс. Он должен отбиться. Вообще все по силам. Виверны должны рано или поздно убить. Я верю в него. Да, это будет непросто, но... Природа не знает усталости. А сам пойду где-нибудь пятый получу, по крайней мере. Да будет так. Даже не будем его нарушил жрать, наш покой. Чтоб не регенить. Приказывай. Во имя, а давайте духов, сразу, куда транзишн? Куда переходить? Вот резко сейчас мы. Хоп. Покой. Во что мы сейчас резко можем свечнуться? Хотите во что, чтобы свечнулись? Наши воины вступили. Прям вжух и готово. Приказывай. Гиганты, гиппосы. Гиппосы это слишком хорошо. Вот гиганты неожиданный поворот против виверн. Согласен. Прям неожиданно. Наше время пришло. Масмунвелл. Как же они давят? Как же они давят? Блин, этот алтарь не надо убивать. Оставим алтарь, как будто не доконтролили. И мейн тоже ему нужен. Ему все нужно для... Природа не знает усталости. Так, ну, почти пятый уровень. За Калимдор. Гигантов, да? Приказывай. Он отбивается, молодец. Здание готово. Здание готово. Здание готово. Здание готово. Она очень кто любит отчитываться о том, что произошло. Получает да прям удовольствие. Так. Близкое к физическому. Никто не смеет вредить природе. Наши воины вступили природа в бой. Природа не знает. Так, ну деревья держатся великолепно. Уже работают по... Кто нарушил наш покой? По пионам. Это плохо. Где опасность? Наши воины вступили в бой. Блин, у него один рабочий остался, двое. Давайте природа просто тыкнем в мейн, в надежде усталости на то, что не справимся мы с ним. Здесь, соответственно, лорниц. Надо побольше лорниц, потому что пока там гигантов, пока... Я думаю, четырех хватит на текущие запасы по золоту. Кто нарушил наш покой? Естественно. Наши воины вступили в бой. Природа не знает усталости. Приказывай. Кипер бы кто купить арбум. Кто нарушил наш покой? И он, кажется, отбился. Хорош. Осталось понять, где как не убивать виверн гигантами. И все во будет имя отлично. Духов. Время ну, понятно, пришло. Что арба есть. Это... За Калимдор. Это шикарно. Где опасность? Но гиганты по воздуху, кажется, природа не стреляют. Природа не знает усталости. Хотя с их размером и с такими длинными палками приказывай, они с легкостью должны дотягиваться. Где опасность? Были до врага. Здесь сделаем так, так, так. Кто нарушил наш покой? Вот, приехали, пожалуйста. Время сейчас пришло. Он уже здесь, а я природа не готов. Природа не знает усталости. Правда, он познай гнев атакует природы. Давайте попробуем арбой. Приказ... По разным этим пострелять. Здание готово. Никто здание не смеет готово вредить природе. Здание готово. Смерть осквернителям. Здание готово. Естественно. Стреляем по разным юнитам. Здание и убили магазины, соответственно, я не могу. Природа строить гигант. Не знает усталости. Время пришло. Эх, ладно, построим, по крайней мере, протекторы. Кто нарушил наш покой? За Калимдор.
Во имя духов. Где опасность? Что ж, хорошо. Исследование завершено. Готово. Природа не знает усталости. Жду, когда достроится магазин. Кто нарушил наш покой? Приказывай. Но надстраивается, это очень кто хорошо. Кто нарушил наш наконец-то покой? Время пришло. Во пара протекторов есть? Где опасность? Он снова залетает, но тут уже, извините, время протекторы достроят. Такие камни кидают протекторы, что? Так, нет, только не атакуйте. Природа ай-яй-яй-яй. Не знает усталости. Я хотел сам добить. Время пришло. Пойдем посмотрим, что здание там. Здание готово. Хорошо. Да заказываем немножко здание гигантов. Здание готово. Издание готово. Познай контролит гнев природы. Никто не смеет вредить природе. Приказываю. Ай, не хватило дамага. Естественно. Так, гиганты должны появиться по стелсу неожиданно. Но сразу с палками и с нормальными апгрейдами. Природа не знает усталости. Психологическая атака должна быть своеобразной. Где опасность? Смотрим, что у него на мейне. Я чувствую, что гигантов-то нужно не 80 лимита, а 100. Время пришло. Да, он отстраивается нормально. Приказывай. Даже героя почти наши восстановил. Время пришло. Совершено. Кто нарушил наш покой? Приказывай. Время пришло. Время нужно больше пришло. Лунных колодцев. Вот видите, лунных колодцев уже нет. Вроде как было сейчас 40 лимит, а вжух уже и 70. Природа не знает усталости. Ждем. Исследование кто завершено. Нарушил наш покой. Исследование нужно больше завершено. Лунных колодцев. Природа не знает усталости. Время пришло. Просто он медленно развивается. В этом проблема. То есть, где опасность? Видимо, из-за того, что рабочих приказывал. Нужно больше лунных колодцев. Да будет так. Оставлять надо было. Здание готово. Здание готово. Как еще бы сделать, а? Надо веспов, в общем, с золота убирать. Освобождать лимит. Вообще всех веспов убирай. Ну так мы сможем сделать больше Mountain Giant. Природа не знает усталости. 100 чистого лимита можем сделать. Да, хорошо. Так, осталось только 2 веспа. Наши воины вступили в бой. Ой-ой-ой, не-не-не. Познай гнев природы. Так, половина 6-го уже у нас есть уровень. Кто нарушил наш покой? Исследование завершено. Так, здесь один, здесь один. Вроде помещаются 100 лимитов МГ. А больше никак не поместится. Только козла убивать. Но это слишком радикальный подход. Ладно, настроим еще 2 веспов все-таки. Кто нарушил наш покой? Да. Где опасность? Во имя духов. Берем дрыны. Кто уже пачка покой. МГ. Время пришло. Неожиданно нужно проатаковать и сразу. А инвиз я на них никак не могу, да? Дирижабль тоже десант не сделать. Где опасность? Скролл-спид. Нет, тоже не продается. Время пришло. Может быть. Can you buy me? Buy and give me. Scroll of speed, please. Где опасность? Да будет так. Надо ему выложить артефакты. Кто нарушил наш покой? I'll give исследование you artifacts. Природа не знает вот, усталости. Вот, выкладываем артефакты. Кто нарушил наш Плазе покой? Естественно. Так, еще время телепортом пришло. Что ж, хорошо. Да что ж ты неадекватный-то какой? Ну, собирай. Кто нарушил наш покой? Природа не знает усталости. Просто Mountain Giant и под Scroll of Speed врывающийся в армию орка. Это очень красиво. Время пришло.
Приказывай. Сейчас посмотрим, может, он выдаст все-таки мне. Где опасность? Природа не знает усталости. Во имя духов. Третий крыт на атаку. Требуется больше древесины. Ой, вот это не рассчитал я, конечно. Кто нарушил наш покой? Please give me scroll of speed. Время пришло. Смерть осквернителям. За Калимдор. Природа не знает усталости. Не получается. Вот. Ладно, поехали. Где опасность? Природа не знает усталости. Мне козла тут могли убить. Стампанул нормально. Приказывай. Проблема еще в том, что Виверн время мне нужно как-то пришло. Убить. Там вот Джейнт Виверн не убивает. Что он может выйти раньше. Хорошо. Ну, до того, как да я будет так. Убью Виверн его. Недостаточно золота. Слышите, как она разговаривает? Кто нарушил наш покой? Недостаточно золота. Недостаточно золота. 14-15 пинг. Наши воины столько вступили где опасность? В бой. Наш покой во имя духов. Приказывай. Ну, за рыбалку. Никто не смеет вредить природе. Кто нарушил наш покой? Смерть осквернителя. Природа не знает усталости. Где опасность? Кто нет, нарушил сказал наш покой? Все отступают. Командир пал. Мораль сразу в минус. Все срочно отступают. Наши воины вступили в бой. Мы не можем себе позволить сражаться без командира. Да минус мораль просто. Недостаточно золота. Да ты что? Прячемся за протекторами стыдливо. И копим деньги на козла. Ага. Вот так вот, да. Воскрешение очень дорогое. И довольно-таки долгое. Он сейчас пойдет на экспант, увидит у меня тут тоже развитую базу. Так. Первая пошла. Такие булыжники. Вообще должны с первого выстрела ушатывать. Падает Таурен, не справляется. Только не выходи, прошу тебя. Мы так не посмотрим ульту. Я заказываю кипера. И чудесным образом виспы вычинивают протектор. Блин, он сейчас ливнет. Нет, он виспов убивает. Еее. И на это у нас есть ответ, как видите. Надо было написать, тебе следовало купить свиток все-таки. Ой, ладно, едем дальше. Эльфа имба, ну ничего не...